Вопрос парковок в Старомосколе продолжает стоять остро. Дворы забиты автомобилями, и иногда, чтобы решить тот или иной вопрос, администрации округа приходится прибегать к радикальным мерам. Вот и в этот раз школьный автобус, который идет к 40-й школе, через микрорайон Восточный столкнулся с проблемой невозможности проехать через дворовые территории. Знаки есть, однако на них никто не обращает внимания. Ну, во-первых, у нас начался учебный период. Доставка детей с 40-й школы на 17-ю на сегодняшний день затруднен. Ну, пришлось принимать меры сегодня. Вызвать сотрудников ГАИ, вызвать эвакуатор. Есть установлены знаки, согласно постановлению главы нашего. Ну и мы освобождаем проезд, чтобы безаварийно доставить детей к месту учебы. Пришлось вызвать эвакуаторы сотрудников ГИБДД. Некоторые владельцы авто с таким раскладом дел оказались не согласны. Однако свои штрафы они получили, да и дело не в наказании. Надо понимать, что из-за своего, даже не комфорта, а эгоизма страдают иногда близкие. В зоне действия знаков 327, которые расположены здесь в дворовой территории, присутствует временное ограничение, с которого по какое не стоит оставлять транспортное средство. Стоит соблюдать эти информационные таблички, поэтому призываю граждан к тому, чтобы не нарушать правила дорожного движения, так как это создает некомфортную ситуацию как для жителей микрорайона, так и для спецслужб, школы и всего остального. Подобных ситуаций в нашем городе немало, и пока их получается решать исключительно вот такими силовыми методами.